Хотя вот у этого арбуза и лопатка отсохла, и усик вон какой весь сухой. Но я что-то не хочу торопиться. Вот еще вижу, некоторые листья еще работают. Пускай у него хвостик подсохнет, сухой будет. Обычно вот так выбирают готовые арбузы. Потому что я вот несколько дынек снял. Перед этим один арбуз был. Но он сам лопнул. Ну, короче, все они еще вроде как и нормальные, но сладости не набрали. Торопиться некуда. Пока эти работают. Пусть дозревает. То же самое и с этим. Лопатка сухая. Усик сухой. Листья еще это. А вот пусть хвостик подсыхает. Подождем еще.